Споры о безопасности рабочей обуви с металлическим носком продолжаются уже не одно десятилетие. Сторонники считают ее надежной защитой от травм, а критики утверждают, что в экстремальных ситуациях она может стать причиной серьезных повреждений. Миф гласит, что под большим давлением металлический носок деформируется, образуя острую кромку, которая, якобы, способна ампутировать пальцы, как гильотина. Но насколько этот миф соответствует реальности? В 18 серии третьего сезона разрушители мифов попытались ответить на этот вопрос. Для проверки мифа Адам и Джейми разделили эксперимент на три этапа. На первом этапе испытаний обувь тестировали на прочность в условиях типичной рабочей нагрузки. На модели сбрасывали груз весом 40 кг с высоты 1 метра. Результаты показали, что спецобувь справилась с задачей. А ботиночки-то крепкие? В отличие от обычной обуви, которая практически не защитила модель, что в реальной жизни могло бы привести к серьезным травмам. На втором этапе эксперимента, который имитировал повышенные нагрузки, разрушители использовали специальный пресс, который создавал регулируемую нагрузку. При таком типе воздействия спецобувь выдержала давление 3000 кг, при этом предотвращая серьезные повреждения. А вот обычная обувь полностью расплющила модель уже при нагрузке в 600 кг, не оставляя никаких шансов на защиту конечности. Третий этап моделировал сверхэкстремальные ситуации. Для этого Адам и Джейми использовали так называемую гильотину, при помощи которой на спецобувь сбрасывали груз весом 200 кг с высоты 2 метров. В некоторых случаях гильотина соскальзывала с металлического носка на менее защищенную часть обуви, что в реальной ситуации могло бы привести к отсечению пальцев. Что же получили по итогу? Эксперименты продемонстрировали, что спецобувь значительно превосходит обычную по уровню защиты и уж точно никаким образом не способствует отсечению пальцев, за исключением экстремальных ситуаций, которые практически невозможно встретить в реальной жизни. Таким образом, миф о том, что обувь с металлическим носком опаснее обычной, полностью разрушен.